Ленинградская атомная электростанция. Крупнейшая электростанция на западе России. В рамках второго этапа строительства необходимо поднять купол весом более 300 тонн. Этот купол является частью защитной оболочки атомного реактора, которая предотвращает выброс вредных веществ в атмосферу. Подъем будет происходить с помощью крана Liebherr LR-11-350. Благодаря грузоподъемности в 1350 тонн, этот кран может поднять купол реактора уже в сборе, что значительно сокращает затраты и сроки монтажных работ.